В январе 1963 года Борис Глебович Музруков обратился с ходатайством в Горьковское управление профтехобразования о создании в Сарове профессионально-технического училища номер 19. Так началась история Саровского политехнического техникума. За 60 лет учреждение прошло большой путь и стало хорошей базой для подготовки высококвалифицированных специалистов, владеющих современными технологиями, готовых к профессиональному развитию и росту. За свою историю техникум подготовил более 20 тысяч выпускников. Поздравляю со славной датой наших любимых ветеранов, преподавателей, студентов техникума, наших выпускников и социальных партнеров. Желаю всем нам развития, процветания и украшения, и укрепления наших позиций не только на областном, но и на всероссийском и международном уровне. За высокое качество образования Саровский политехнический техникум внесли в Национальный реестр ведущие образовательные учреждения России. Студенты неоднократно становились победителями и призерами конкурсов профессионального мастерства, всероссийских и региональных соревнований. При поддержке РФЯЦ-ВНИЭФ в учреждении открыли специализированный центр компетенций, учебный центр бережливых технологий, новое направление – аддитивные технологии. На торжественном мероприятии, посвященном юбилею техникума, подвели итоги многолетней работы, вспомнили тех выпускников, которые добились высоких результатов в общественной деятельности. 60 лет – достаточно серьезная цифра. Техникум готовит высококвалифицированных специалистов для Российского федерального ядерного центра, для муниципалитета, для саровского бизнеса. Стать студентами мечтают не только ребята из нашего города. К вам поступают и учатся практически со всей Нижегородской области и из близлежащих регионов. Обращусь сейчас к студентам. Вы нам нужны, как никогда, повторюсь. Мы вас ждем всех без исключения. Мы ждем вас. Огромное вам спасибо, что вы есть, что вы учитесь. Учитесь лучше. У нас требования очень большие к вам. Очень СПТ нам помогает и в части не только студентов, а в части людей, которые мы отправляем для получения и завершения второго образования. В честь юбилея техникума коллективы города подготовили концертную программу. Преподаватели и руководящий состав СПТ наградили благодарственными письмами и подарками. С пожеланиями и добрыми словами на сцене выступили представители администрации, городской думы, ВНИЭФ, СРФТИ и муниципальных организаций. Светлана Юрунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.